Мы на месте. Мы приветствуем Оксану, интересуемся, готова ли она к проверке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Готова доверить. Хорошо, что-нибудь видно визуально? В глазу у нее что-то есть. Хорошо, я даю команду, на 3 сканер сканирует пространство над головой Оксаны, под ногами 360 градусов, вокруг нее. Сканирует все 7 тонких тел Оксаны, находит все. У нее в глазу как такой круглый хрустальный шар в левом. Хорошо, дождемся, пока сканер закончит. Я имею в виду, он выводит его. Отключает его полностью, отлично. Правда, тянутся за ним. Все, до 100%. Отключается все, что связано. И все выходит. И туман какой-то идет от него. Он затуманивал ей мозги и пространство вокруг нее. Все, больше ничего нет. Все это вышло? Да. Отправляю в клетку-тюрьму. Сила моего намерения выстраиваю канал от этого чипа в подключке в глазе, от этого тумана, канал ко всем ответственным, связанный с ним. Энергетически. 1, 2, 3. Каналы выстроились. Сила моего намерения притягивает все сущности в клетку-тюрьму. Становятся моими заложниками. Рептилоид хвостом бьет. Куда он бьет? В клетке. А, пусть побьет. Считай цифру этого паразита над головой. 342. Хорошо. Выстраивая каналы от этого рептилоида ко всем другим ответственным, с ним связанные, с этой подключкой. 1, 2, 3. И всех остальных притягиваю по каналам в клетку-тюрьму. Становятся моими заложниками. Он один. Греф просили, они не стали ввязываться. Хорошо. Ну что, паразит, попался? Он показывает. Он поднимает как ладошки у него вверх, показывает, что он никак не связан с этим. Его руки чистые. Ставим монитор перед клеткой его. И пошла картинка. Это веселая история про рептилоида и подключки в глазе. Как это все было? Пошла информация. Он ей запросил этот маленький шарик при закачке энергиями. У тебя руки чистые, ты мне показала, да, Влад? Просканируй, у него есть защита? Есть. Сожги эту защиту и дай ему ощутимый удар, так, чтобы он отлетел в другую сторону этой клетки. Приступай. Он отлетел, и от него идет информация, что он гибрид. Он с ящером гибрид. Он выглядит такие толстые у него, как у крокодила лапы. Угу. Хвост. Хорошо. Сколько это... Конструкция, сколько эта подключка была в ее глазу? Пошла. 4 дня назад закатила это. 4 дня назад. Какая цель была? Гибрид. Через этот хрусталик она видела по-другому искаженную информацию. Кто тебе дал этот приказ? Ящеры. Выстраиваю канал этого гибрида к ящерам и притягиваю этих ящеров в клетку-тюрьму. Да будет так, а так и есть, стоят в клетке-тюрьме. Но толстый ящер притянулся, идет картинка, что он застает за пультом, он видит всех. Мы его притянули? Да. Считай цифру этого паразита над головой. 1023. Кто он, капитан корабля? Генерал какой-то. О, как хорошо. Выстраиваем канал от этого генерала к его кораблю и притягиваем его к клетке-тюрьме. Пусть рядышком висит здесь. Без генерала он никуда не улетит уже. Там не корабль, там станция. Мы не можем притянуть, я просто вижу картинку. Хорошо, отменяю эту команду. Хорошо, ящер, ты желал встречи, мы с тобой встретились, я тебя слушаю. Он говорит, что надо бороться с вами вашими методами, хотели закачки энергиями. Мы подготовили технологии. Хорошо, рассказывай про свою технологию. Хрусталик в глазу, он многогранен и искажает информацию. Это я уже понял. Как? Давая понимание, что это ее родные энергии. Как вы могли вообще войти в поток, когда закачка энергии идет? Вот это меня интересует. За хрусталик я уже понял. Какое слабое место, где вы его пробили? Если не будет ответа в ящер, ты пожалеешь. Я тебе сразу показывает. Говорю. Они сделали максимально похожий, ну как искринку, что ли. Вот этот хрусталик показывает просто, как он его катнул, и он в поток попадает на определенном этапе. Как защитить поток от попадания этого хрусталика?
Отдать команду, что поток стоит, остальное сжигать. Он говорит, что это так же, как фиолетовые лучи сжигают все, что находится в помещениях, в комнате. Потому что везде присутствует что-то инородное. Также поток, он проходит через большое расстояние и может цеплять что-то. Хорошо. Объясни мне эту воинственность по отношению к Оксане с вашей стороны. Он показывает, что он видит всех и старается придумать для каждого слабое место. То есть не придумать, а узнать слабое место и придумать свою технологию, чтобы внедрить. А кто ты по званию, если ты такими вещами занимаешься? Вера сказала, ты генерал? Генерал, главнокомандующий. Ну хорошо, главнокомандующий. Печальную историю ты попал. Я придумаю стратегию. Ну не знаю, сначала тебе придется придумать стратегию, что предлагать за свою свободу. И я еще... Чтобы вывести таких, как вы, из строя. Вы нам очень мешаете. Так мы и будем вам мешать. Мы для этого созданы. Ты же видишь, какие за нами силы стоят. Или ты думаешь, что только вы одни ящеры крутые? У нас даже есть технология вашего уничтожения. Я не буду тебе рассказывать про живую плазму. Ты уже должен знать. Есть и другие вещи. Вы все равно остаетесь примитивными. Поэтому мы создаем примитивные оружия борьбы, как этот хрусталик. Ну хорошо, если мы остаемся примитивными, посмотри вокруг себя, где ты находишься и где нахожусь я. Наверное, все-таки не такие примитивные, тебе не кажется? Такое случается. Мы да. Знаем, с кем имеем дело, вы знаете, с кем имеете дело. Ну хорошо, значит, ты знаешь дальнейшую процедуру. Ли, я прошу тебя выйти со мной на связь. Я здесь наблюдаю. Приветствую тебя. Хочешь прокомментировать? Нет, он все сказал. Мои шаги? Еще что-то хочешь узнать у него? В принципе, я ничего не хотел узнать. Ну как, вот это узнал. Он рассказал про эту защиту, которая при закачке энергиями. Больше ничего. Я хотел спросить, может, по твоей части что-то есть? Да, мы забираем. Хорошо. Благодарю тебя. Придется генералу перепрограммировать свою тактику в дальнейшем. Ну, он сказал, что он за всем наблюдает, поэтому мы не последний раз встречаемся, по его словам. Я сказал ему, мы готовы. В другом месте наблюдать будет. Тоже верно. Стратег космический. Второго они тоже забирают, и он ранен, скажем так. Хвостом бил в клетке. Нельзя так делать. Забрали их. Отлично. Хороший выстрел, Влад. Хорошо, давай, включай внутренний белосвет Оксане. 1, 2, 3. И этим светом Оксана выдавливает из себя все негативное, патогенное, низковибрационное, свое собственное и чужеродное, находящееся в ее биополе. Свет пошел, энергия выходит, формируется перед ней в шар. Но из нее выходит еще этот туман. Выдавливаем все до 100%, помогая, Оксана. Готово. Открывая воронку в галактической дроп под этим шаром, он уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Хорошо, Оксана, как ты себя чувствуешь? Очень чувствуется энергия арго в комнате. Приятно, хорошо чувствуется. Ну, отлично, и открываем тебе еще поток энергии арго. Пошел поток в нее. Наполняешься полностью. Но он изнутри и снаружи, как защита встал. Встал, да? Да. Отлично, хорошо. Так будет лучше. Ну все, мы закончили. Будем возвращать тебя назад в твою систему. У нас еще хрусталик в клетке. Под этим хрусталиком открываю воронку в галактическое ядро, и это все уходит на переработку. Закрываю, печатаю, растворяй. Есть. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Оксаны в ее систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта и поднимаемся в комнату диагностики. Пошел подъем.